Службе безопасности Украины 25. В честь юбилейной даты на территории санатория Одесса прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику погибшим сотрудникам СБУ. Ровно 25 лет назад Верховная Рада приняла закон о создании службы безопасности Украины. За эти годы многие сотрудники спецслужбы погибли, выполняя свой служебный долг. 17 из них пали в боях за Родину в зоне АТО. И мы считаем своим долгом, что в этот день мы не должны праздновать и говорить о своих каких-то достижениях. Мы должны прежде всего отдать честь тем сотрудникам, которые за последние 3 года отдали свою жизнь на Востоке, и тем сотрудникам, которые 25 лет честно служили и погибли, выполняя свой долг. Принес цветы к памятнику погибшим и губернатор Максим Степанов. По его словам, работа сотрудников СБУ должна быть оценена по достоинству. На сегодняшний день той тягарь, який ви взяли на свої плечі, ви перша структура, яка почала протидіяти ворогу, агресору. На сьогоднішній день хотів би висловити слова великої подяки від всіх нас, особливо тим співробітникам Служби безпеки України, які віч-навіч знаходяться з агресором в районі проведення антитерористичної операції. А увенчал церемонию торжественный марш военнослужащих роты почетного караула Вооруженных сил Украины.